А, то крутить прикол был. Я ж люблю пошутить. Я, короче, вылажу из-под машины, начинаю крутиться, да, от боли. Встаю таки и кажу, типа, у вас чуть-чуть прогнило дно в машине, блядь. Да, все на меня дивилися, как на долбоёба, блядь. Типа, что нихуя не смешно, но, блядь, ну... Ну, оно реально смешно было.